Доброго времени суток, дорогой мой зритель. Итак, у нас с тобой сегодня пятница, ночь. Мы уже выезжаем в пятом уровне розыска. Будет очень-очень горячо, и это последний эпизод перед квалифайером в S-классе. Поэтому давай смотреть. Я предлагаю начать вот отсюда. Это логично, и вот этим вот закончить. Поэтому... Так, что тут? 16.56, 40 косых на руке. Ой, ну тут что-то как-то совсем все грустно. Ну, короче, едем сюда. Оу, не успел выехать уже вертолёптер. Жесть. Ну, Тесс, ты же в курсе, она ставит против нас, там и все такое, на случай, если мы проиграем, но мы-то не проиграем. Твою мать. Вот сейчас опять чуть залет не случился. На карте нету никого. А вон он едет. Надо, главное заскочить сюда, а дальше уже. Да, это будет интересная гонка. Я прям чую это. Беру, конечно же, свою лайбочку, конечно же, ставлю. Выпуливаем просто на все бабки. Вообще пофигу на копов, лишь бы они нам не читерили, не мешали. А, тут все вертолеты, кто хочешь. Но нас это не парит. Нам главное бабки здесь заработать. Вот, после этого валим нашу любимую точку трубу, там две гонки, там выигрываем тачку. По факту нифига не зарабатываем. Так, главное, чтобы он не исполнял. Оп. Ладно. Это копы на читах вообще. Я лечу на самой мощной тачке, он меня догоняет вообще, как будто я... Опа! Как я его подставил. Это было жестко. Было бы 10% дрифта, я бы улетел. Меня бы развернуло. Поэтому 5% это то, что нужно этой машине. Нашему. Да, дрифт. Дополнительный азот за дрифт. Воу. Я чуть не поехал туда, куда не надо. Так, ладно, хорош. За прыжки. Это чисто прямая до финиша. Потом будем убегать в трубу.
И как я говорил, 40 тысяч плюс сторонняя ставка. И здесь как бы мы закончили. Секундочку. А здесь что? 16. Так, а плюс фигня. Не, ну как-то совсем не то. Едем вот сюда. И мы будем выигрывать. For the passion. Опять же, да? Ну, тогда сюда, да. Простите. Как я вас поразворачивал. Да тут я. All units for blasting entering Rose Hill Drive. All units, interceptors joining in on the chase. Дальше места знакомые. Во-во-во-во-во, это плохо. Восстанавливайтесь, шины, восстанавливайтесь. Вот это я чуть не зафакапил вообще все. Так, он может дальше поехать. Вообще неплохо, только начал уже 62 кс. Шестьдесят семь, но. Hey, Tess. Everything okay? Да ладно. Sure. Look, wanna do one more pickup before the race? Why not? Dropping the pin. Так, ну пин у меня дропнут, а сейчас еще халявный этот. Халявная пятерочка. Давай проверим, как ты умеешь вот так делать. Ну, мне деваться было некуда, поэтому... Хочешь, не хочешь. На эту пятерку надо было заработать. Так, а давайте чекнем карту, куда нас. А кто здесь? Bait and switch. Test high hit delivery. Nice. Чабринка уйдем. Get back out there and do your damn job! Cougars are not pets. Yo, I just want to shout
shout out my girl Candace, who gave the mayor a filthy read on KRSF. Star event. Итак, Lotus. Опять XRH S. Those the cops. Сосна. Alright, got the Lotus. Got the Lotus. Это сюда ехать? Блин, жесть. Hey, call me when it's delivered. No banter? Maybe later. Да, я не знаю, как их здесь терять. Да, это вообще просто не то, что интересный, это просто мега интересный. Самое забавное, что я не понимаю, куда мне ехать. Давай, на все бабки погнали. А если вот так? Твою мать, не ломающаяся скотина, зачем ты здесь? Да на ты, получи в бочину, конечно. Всегда мечтал на доставке в бочину получить. Да и первый балет. Ну да, поломался чуть-чуть. Но... Пятерка здесь как бы вообще. Hey, Kai seemed happy. That was pretty good work. Thanks. So what yarn you got for me now? Nothing. This one was nice and simple. Seriously? I thought you wanted simple. Not all of these deliveries come with an outlandish story, Speedy. No, I mean all of them except one, right? Yeah. I never asked. How do you know about all these cars anyway? You know, some connect I found. Right. Catch you later. Так, а можно как-нибудь вот так вот срезать? Так, влом. Еще и пятерочку можно заработать. Параллели. Да, здрасте, мне тут это на дорогу выехать, спасибо. Ну пока удачненько. Думал будет. О, сара. И быстро-быстро так зачекали. I lost that driver. Suspect just pulled a vanishing act on Rose Hill Drive. I'm sweeping the district for this jerk. Suspect is in my sight. No. Come on together and take him out. I'm on the freeway and on this tail. Ничего, и зима не.
По идее, можно далеко не уезжать. Раз. Так, окей. 95к есть. Пора бы... Вот... Так сейчас у меня еще бабки отожмут стопудово, да? Ладно, давай заезжаем, смотрим. По Rivals'ам, кстати, иногда у них можно брать... Как говорил... Ага, нету, да? Задание. Ну, собственно... Будем надеяться. Сорян, Рокки. See you as a... Да, уже дрифтить не так просто. Как на 10%. Давай с этой стороны. Рановато я в дрифт пошел. Зараза. Че? Есть еще. Ой, я все-таки зацепил, да? Сюда. Вау! Вот это было плохо. А, ну я в принципе уже выполнил. Посмотрел. Посмотрел на счет, расстроился и накосячил. Ну, с кем не бывает. Главное то, что выиграл. How do I drive it? See, I was rooting for you too, man. You made me proud. Yeah, man. Эх, 30 тысяч минус 12 плюс... Блин, жесть, конечно, вообще. По бабкам ни о чем. Я же правильно помню, что это тот самый метап. Ага. Так, надо зацепить вертолёптер. А то бесплатно ездить что-то не хочется, пускай платят. Give this street rat help! First got fancy wheels. A
Ух ты, как я красиво воткнулся. Здрасте. Едет, едет, едет. Хорошо так едет. Прямо ровненько. This is dispatch. We lost that suspect in Jefferson Hills. Search the area. Take this fool down. Ну что, тачечку надо забирать. Но если они здесь еще с меня бабок снимут, вот тогда будет печально. Потому что сейчас, в принципе, хватает денег, чтобы закончить эпизод, сказать, типа, ну все, молодцы, нафармили. На следующий эпизод хватит. Вы поняли, да? Просто минус 32 тысячи. Ну, хоть чуть-чуть денег выиграю. Ну, так и думал. Да, давайте сделаем это весело. Ты, блин, лирик заскриптованный. Я считаю, что мы сейчас с тобой чуть-чуть подрифтим. Только давайте без читов. А, я прям видел, как он захотел творить своих грязных делишек. Воу! Вот это зажали. Не может быть. Правда, что ли? Вы меня видите? Сейчас будем прыгать, прыгать. Прыжок. Ну что тут такое себе прыжок получился? Зараза! Здесь нельзя такие вещи себе позволять. Слишком опасно. Просто максимально опасно. Но дрифтить надо. Воу. Вот копы сейчас мне могли прям... А, ну вот они и сделали, он меня догнал почти. Все бабосики вмешали прям капитально. Чё за полстар 20-го года? А денежек-то стало меньше-то? Ага. Oh no!
How can this be? Так, чё, по памяти еду. Пролетел поворот. Блин. Воу. Ой, не туда приехал. Ой, не туда еду. И кошмар какой-то. Дайте хоть, блин, точку поставлю, что ли. Совсем. Тут так денег-то нифига не осталось. О, опасно. Что ты делаешь? Не надо буксовать. Чё, блин, без пяти минут вообще сейчас был бы попандос. Все, я готов. Поливалки на все деньги. Нет. Это было прям круто. Нет. Прилетел. Вот это весело. Так, откуда мне опять деньги? Не обратил внимания, пока летел, мне за что-то еще денежку дали. Давай, догоняйте. Слово. А вот так, если. Ладно, а пока чекнем, что по карте. За 6 тысяч неинтересно. Здесь 12 тысяч. 9 тысяч. Не, все очень максимально беспонтово. 4 тысячи. А вот это интересно было бы, но, блин, нет. Нет. О-о. Не доеду на 5 уровне розыска. Чё там? Винди. Бэшка. Жесть. Ну, короче, все понятно. О, бага-глюки. Оля Маша, мара. Так, ну, соточка почти есть, но этого мало. Что, я еще с банка деньги брал? Я не понял, и где? Алло, вы где? Вертолеты, я вас не вижу. Как слышно, вертолеты? Ну, негодяи. Как же ж так же ж. И здесь нет? Спрыгнуть можно? Можно! Где там, что там показывает? Это что? Воу! А так просто сломать надо. О, вертолёптер, здравствуй, дорогой. Я тебя так ждал. Я тебя там очень ждал. Изимани? This is dispatch. We've just received reported sightings of the suspect at Jefferson Hills. Heavy, ready to kick some ass. Search the area for this perp. Чё, поймает? Он же с той стороны едет.
Dispatch, pursuit's back on. Изи мани не вышло. Ну ладно. Полетаем. Не полетаем. У меня получилось, Амара. Ну, закончилась у него горючка. А я пока спокойно. А-а-а, тупые скрипты. Все, ждем. Пора. Sweep the district. Find this asshole. А, вертолет улетает. А есть еще? Там мне минимум 115 надо. Как бы 112. О, вертолёптер. Ага, все, халява не получится. Тогда ведем в тур. Две машины. А вот так. А вот так. Suspect vanished at Jefferson Hills. Sweep the district. Find this asshole. Да vanished — это вообще мое второе имя. Так, если он там застрял, сейчас будет еще пятерочка. К сожалению, никого здесь и нет. Так, о, на месте. Да стой, куда ты полетел, алё? Погнали, Хэви. I just wanna have some fun. Так, минус один. Roadblock waiting up ahead. Should take this for a bout. This racer keeps getting away from us, guys. Come on! И вот тут разворот. Let's hug this low life. Да сами вы low life. Ругаетесь как маленькие, скверно словите. Как так можно? Scan the district and find the scumbag. Mm-hmm.
это забагован этот вертолет. Это будет долго тогда. Попробуем без багов его поймать. Ну либо чтобы по чесноку все было, то как-то. Сюда. Ну, ловись, рыбка. All units, we've got a fresh sighting of the suspect at Jefferson Hills. Interceptor starting chase. Все. Халява закончилась. Pursuit on the 2440 is back on. Chopper on the scene, dispatch. We're way out of our range here, people. Не, ну вы, конечно, мне можете сказать, что типа, да чё ты деньги вот это вот скердуешь, у тебя ж там машины выиграны, их можно продать, да, действительно, их можно продать. Как бы, мне бы не хотелось, что они там могут быть уникальные, все дела, и пускай будут. Мы пока справляемся. А вы так в комментариях не написали, на какую машину мы собираем. Так, халявная пятерка стоит внизу. Так, подъезжаем. Байтим. Да, следующий эпизод немного волнительный будет. Там же все-таки эсквалификация. Сломался, сломался. Вертолет забагованный? Нет. Воу, перевернулся стопудово, да? Ну да. Красиво лоханулся. В этой игре много денег не бывает. Давайте еще чуть-чуть там, пока вертолет. Вертолеты же летают. Я же правильно увидел вот. Пока они здесь есть, пока можно хоть кого-то побайтить, надо этим пользоваться. Вот он разворачивается, надо его вот так вот догонять. А ну, изи, изи, да, блин, начни ж ты. This is dispatch. We lost that suspect in Jefferson Hills. Search the area. Take this fool down. Если вот так, получится, не получится. Пока получается, так что можно заводиться. Ууу, вообще кайф. Просто смотрите. Оу, Педал to the metal. Be advised, we have reports of the suspect at Jefferson Hills. Смотрите, сколько тут вертолёптеров. За мной вроде никто не едет.
All units, that suspect vanished somewhere in Jefferson Hills. Все, я vanished. Let's track this punk down. Наверное, уже есть смысл двигать домой, чтобы сильно хронометраж не затягивать. Это, походу, забагованный этот, да, вертолёптер. Ну, сейчас было, в принципе, прикольно, такая легкая пятерочка. Чё, домой пора домой? Вроде говорю, что домой поеду. Значит, надо ехать домой. Собственно, вот этот полстар. Давайте, знаете что, сейчас ткнем All My Rights. Вот это я выиграл. Эска 284, грипповая. Ну как можно такую красоту продать? Она прям... Cheese box. Her polling is down. The people are starting to see a bigger picture. This podcast is working. Так что, ребятушки, этот эпизод мы заканчиваем. Денежек чуть-чуть положили меньше, чем хотелось. Зато выиграли еще новую тачечку. Чуть-чуть на нее посмотрели. И следующий эпизод уже S-квалификация. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.